Добрый день. Давайте рассмотрим такой замечательный девайс, как Dead Silence. Dead Silence – шумоподавитель порогового типа. Это означает, что он никак не влияет на проходящий сигнал, избавляя вас лишь от нежелательного фона и помех. Работает он по очень простому и эффективному принципу. Ручкой Threshold устанавливается некоторый порог чувствительности. Когда на вход устройства поступает полезный сигнал, он беспрепятственно проходит на выход без изменений. Когда же на вход поступает нежелательный фон или помехи, они блокируются шумоподавителем, и сигнал не проходит на выход, так как имеет амплитуду ниже заданного порога. Подобный эффект шумоподавления по своей сути эквивалентен выворачиванию ручки громкости на гитаре в ноль. Давайте же посмотрим, как это выглядит на практике. Для наглядности я буду использовать хай-гейновый дисторшн KDM с уровнем гейна, близким к максимальному, и бюджетную гитару с пассивными звукоснимателями, подключенную в усилитель без заземления. Регулятором Threshold мы устанавливаем требуемый порог чувствительности шумоподавителя. Как вы успели заметить, помимо регулятора чувствительности, девайс имеет два тумблера. Правый, Clean Dist, отвечает за выбор алгоритма распознавания фона. Так как динамика и соотношение сигнал-шум на чистом и перегруженном звуке различны, этот тумблер нужно установить в соответствующее положение. Левый тумблер, Fast Slow, устанавливает скорость срабатывания шумоподавителя. В положении Fast срабатывание происходит моментально, сразу после того, как вы перестали играть и приглушили струны рукой. В положении Slow срабатывание более долгое, мягкое и с задержкой. Режим Fast подходит для игры четких, ярко выраженных рифовых блоков. Режим Slow – для сольных партий. Также на лицевой панели присутствует синий светодиодный индикатор, указывающий на срабатывание гейта. Имейте в виду, что для того, чтобы дать долгой ноте прозвучать полностью, даже после того, как ее уровень сравнится с уровнем фона по амплитуде, вам может потребоваться выключить шумоподавитель на время полного затухания этой ноты. Пример типичного использования шумоподавителя на рифах.
Шумоподавитель Dead Silence имеет настоящий холодный обход, в народе true-bypass, который обеспечивает нулевое влияние на проходящий сигнал, когда устройство выключено. Также true-bypass обеспечивает возможность прохождения сигнала через девайс в отсутствии питания, при разряде батареи и даже в случае полного выхода из строя шумоподавителя. Как мы видим, шумоподавитель является довольно полезным дополнением в арсенале любого гитариста. Он незаменим для исполнителей тяжелой музыки с использованием хай-гейновых перегрузов.